Добрый день! Сегодня мы будем с вами готовить коктейль, зеленый коктейль, летний, полезный, из подорожника, и добавим яблоко. Можно добавлять сюда любые травы, мачеху листья, шпинату можно добавить, банан можно добавить. Сегодня будет просто подорожник и яблоко. Для этого яблоки мы просто почистили. Подорожник нежный нужен, тоже чистенький. Делаем всегда на одну порцию, чтобы ничего не оставалось. Все в свежем виде. И сейчас доливаем чуть-чуть воды, сколько нужно, и делаем обычный коктейль. Ну что, получается вот такая вот вкусная вещь. Яблоко и подорожник в сочетании очень вкусное. Всем приятного аппетита, всем здоровья. Пейте природные коктейли. Делайте разные вкусы. Всем удачи, всем пока.